Приветствую, вы смотрите Первый городской телеканал. В эфире проект «Новость дня». Самую интересную новость, которая удивила наших корреспондентов, мы выносим сюда в студию. Я, ведущий этой программы, Роман Малок, обсуждаю ее с гостями. У нас сейчас готовится сюжет к эфиру. Мы, в принципе, будем рады сначала представить вам гостя, а потом я вкратце расскажу, что было. У нас в гостях председатель Совета ветеранов Долгинцевского района Анна Александровна Олейник. Я вас приветствую. Спасибо. Беседуем сегодня с вами о том, что в Долгинцевском районе сегодня проходил День пожилого человека, День ветерана. Встречали всех, самое главное, встречали самых пожилых людей, людей преклонного возраста, людей, цифры которых в паспорте действительно удивляют. Давайте посмотрим сюжет наших корреспондентов, а потом вернемся в студию. Я еще раз напомню, что можно присоединиться к нашему разговору 067-827-0050, это телефон нашей студии. Можно оставить комментарий по поводу того, как вы считаете, надлежащим ли образом государство и город следят и помогают ветеранам и людям пожилого возраста. Смотрим сюжет, потом в студию. Это моя дочь. Моя дочь. Это молодая семья. Это молодая. А вот у меня фотографии 26-й школы Рудника Дзержинского. Те учащиеся, с которыми я учился. Знайомтесь, Валентин Єгорович, 93 роки. Життєрадісний пенсіонер, дідусь зі широкою посмішкою. Має доньку і двох красунь онучок. Працював гірником, а потім пішов на пенсію. Каже, з цього часу не пропустив жодного концерту в Довгінцівському районі. І вдруг мене визивають в політоділ. Що там у тебе, каже, де ви, а ми на бумаги з снарядом. Випускали бойові листочки, ось таке, в окопах. І оце так, і так. І це перша моя награда була. А це Олексій Семенович. Розміняв 9-й десяток. Дідусь зізнається, все життя не нехтував стаграмами. І навіть зараз у свої 90 може собі дозволити трішки настоянки на ніч. Сам ветеран війни із Сахаліну. Вдома є власний арсенал медалей. За відвагу, за звільнення Праги та багато ювілейних. Чоловік хизується, має ж 8 правнуків. А після армії працював на Сахаліні 8 років. А потім повернувся на родину, там не було роботи. Приїхав друг, каже, поїхали, у нас роботи навалом. Ну я приїхав в Кривий Рог і 45 років на стройки отработав. Ветеранам війни і праці Довгинцівського району урочисто вручили нагрудні знаки. Але, на жаль, за станом здоров'я піднятись на сцену могли не всі. Зіменов Світлана Степанівна, ветеран праці, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи номер 108. Таке свято в районі організовують щорічно – в День людей похилого віку. В 5 районах Кривого Рогу за активну трудову діяльність нагородили близько 150 ветеранів праці. Сьогодні ми, це вже 5-й район в місті, який відзначає День трудової слави. Свято отримало прописку декілька років тому, і воно дуже потрібне, тому що Кривий Ріг творили, робили, будували, розбудовували люди, які робили його місто таким, яким воно є сьогодні. У Дніпропетровській області за кількістю старожил Кривий Ріг – рекордсмен. В нашому місті аж 13 пенсіонерів, яким вже за 100 років. Олена Трунова, Олександр Бондаренко, Перший міський. Возвращаемся в студию, обсуждаем тот самый день пожилого человека и ветерана, который сегодня отмечали в Долгинцевском районе. Председатель Совета ветеранов того самого Долгинцевского района Анна Александровна Олейник в студии. Анна Александровна, насколько важны такие праздники, как были сегодня? В наше время, прошло уже много лет после того, как прошла перестройка, много предприятий в районе нету, не говоря уже о городе. И многие пенсионеры, которые ушли на пенсию, они как бы остались, забыты. Угу. Просто забыты. Поэтому мы
ветеранские организации стараются создать на улицах, в домах, низовые, первичные организации ветеранов, где бы можно было сплотить этих людей и оказать им помощь, может, не материальную, потому что это, ну, нам не под силу, но вот побеседовать, устроить вот такой праздник труда, где люди, которые отстроили наш город и получили за свой труд правительственные награды. Это и медали, и ордена, и грамоты Верховной Рады. И это и учителя, и строители, и металлурги, и железнодорожники. Ну, то есть масса профессий. И когда людям устраивают такой праздник, и их, ну, как бы награждают грамотами, там, знаками, нагрудными знаками, понимаете, люди, когда выходят после зала, говорят, мы даже не можем себе представить, что нас еще помнят, что о нас еще знают. Понимаете, это людям внушает, ну, какую-то надежду о том, что, может, мы станем жить лучше. Вот живут ли лучше нынешние ветераны, живут ли лучше нынешние пенсионеры, особенно люди крайне преклонного возраста, мы хотим спросить и у наших телезрителей. 067-827-2050. Это телефон для того, чтобы оставить ваш комментарий в нашем эфире. Телефонные звонки, можно сказать, бесплатные, согласно тарифов вашего оператора. 067-827-2050. Анна Николаевна, Анна Александровна, хочу спросить у вас относительно 13 в городе в целом людей за 100 лет. Сколько таких людей у вас в районе? 4 человека. Это за 100 лет. На данный момент в районе у нас 5 человек столетних, 17 человек 95-летних и 120 человек 90-летних. Ну, понимаете, определенно ниже считать, но мы считаем это как бы... Я думаю, что еще много людей, которые по 80 лет. Вот сегодня награждали нагрудным знаком заслуги перед местом первой степени человека, которому в этом году исполнилось 80 лет. Я считаю, они этого заслужили. Как вы думаете, какие проблемы самые главные у этих людей? Вот давайте поговорим, наверное, о людях с максимальным возрастом. Мне кажется, в первую очередь, то, что не хватает там пенсии, то это все, это всем не хватает. Вот. Самое главное, они нуждаются в любви ближних, в общении. То есть, когда... Но у них уже и дети, извините меня, преклонного возраста. Да, но есть внуки. И поэтому советы ветеранов созданы, в общем, люди, которые занимаются волонтерской работой. Вот говорят, что делают волонтеры? Волонтеры, которые помогают там АТО, там еще что-нибудь, еще школам, там детям. А когда вот взрослые приходят, вот человеку 60 лет, а этому 90, у них еще есть одна тема для разговора. Поговорить, поделиться. Они поговорят и о коммуналках, и о ценах на рынке, и о транспорте. То есть у них находится, вот они отдушину в этом получают. Общение для них, это, мне кажется, самое главное. Самое главное. Реформы проводятся всевозможные в стране, в том числе и пенсионная. Мне бы очень хотелось, чтобы эти люди, о которых мы сегодня беседуем, успели почувствовать пенсионную реформу, если она действительно будет работать. Я хочу спросить у вас, как вы думаете, вот люди моего поколения, когда им будет за 90, дай бог, чтобы все были живы и здоровы в этом возрасте, нужно ли будет им вот такие вот объединения и не утратит ли силу вот такая нужда? Потому что все-таки, давайте по-честному, вот такие мероприятия, это такой, ну, еще отголосок Советского Союза. Мы видим Европу, там другая ситуация, Америка кардинальная. Да. Там люди, выходя на пенсию, там бабушки наслаждаются жизнью, когда им 80 плюс, 90 плюс, они по круизам, они отдыхают, они пьют коктейли. Наши этого позволить себе не могут. Не могут. А почему? Потому что пенсия не позволяет даже купить, заплатив коммунальные услуги и маленькую долю медикаментов, то им не остается ни на хлеб, ни на молоко, как говорится. За границей там же совсем другое положение. И если, дай бог,
вашего возраста доживут до такого, и то, что предполагает пенсионная реформа, что будет накопление, разница, да, действительно, и все, будет кардинальной. Да, вполне возможно, что, может быть, таких организаций и не будет, потому что люди смогут, ну, сами также, себе устроить, да, развлечения. Устроить сами себе. Но дай бог, чтобы эта реформа сработала. Я еще раз напоминаю, 067 827 2050. Мы хотим услышать ваш комментарий, а может быть, даже вопрос или мнение в студии по поводу того, как вы оцениваете жизнь, быт и насколько помогает государство и местная власть людям пожилого возраста. Я хочу вас спросить относительно вот развлечений. Вот вы говорите, что им они нужны, независимо от возраста. Как всегда говорили, хлеба и зрелищ. И зрелищ. Вот хлеба, может быть, где-то местами, как вы не тоже, хватает. Вас не хватает, а вот зрелища они хотят видеть. Я хочу услышать, что это за события, чем объединяете вы людей? У нас при библиотеке номер 15 создан клуб. Клуб по интересам, натхнение. При библиотеке на Восточном тоже создан, на почве здоровья. Там они рассматривают чаи, там говорят о здоровье, все. Это люди, которые приходят и о чем-то поговорить. У нас на базе Совета ветеранов создан клуб, и там тоже по интересам. Приходят женщины, вяжут, вышивают, понимаете, крестиком, бисером, шьют детские карнавальные костюмы. Это можно было увидеть сегодня даже на выставке, угу. Понимаете? То есть люди чем-то, жгутом, всякие игрушки. Ну, то есть это люди, которых привлекаешь вот так. Угу. Они вместе собираются, обсуждают эти вопросы. Мы их стараемся привлечь на всевозможные выставки. Мы ездили в Петриківку с нашими майстринями. Два раза уже. Один раз на праздник села, второй раз ездили на международный, десятилетие Петриківської росписи было. И люди были очень довольны. Вот они собираются сейчас со своей выставкой поехать в Запорожье. Это, понимаете, это интерес у людей. Поэтому наградах я сегодняшнем мероприятии еще хочу раз спросить. Все-таки мероприятие было районным. Я так понимаю, что районным. В каждом районе проходило что-то подобное. Но вот конкретно о вашем мероприятии и о районном исполкоме, о районном депутатском собрании. Насколько люди помнят вас, общаются с вами? Есть ли обратная связь? Ну, вообще, вот местная районная власть, имеет ли она возможность как-то чем-то помогать? Ну, на данный момент, конечно, я не хочу сказать, что это, ну, какая бы помощь, как... Грубо скажу, конечно, это. Просто хочу сказать, понимание много. Исполком наш во главе Ратинова Игоря Гарьевича поддерживает все наши начинания, все наши мероприятия, которые мы хотим, ну, хотим провести с ветеранами. Мы очень вплотную работаем со школьниками. Понимаете, наши дети сейчас не видят, как бы... Но они не понимают, что такое колядки, что такое Андреевские вечерницы, что такое щедрівки. И когда мы устраиваем, например, Андреевские вечерницы, это как бы гадают там, кусают калиту, скакают на кочерзі, то детям это интересно, просто интересно. Потому что в телевизоре они этого не увидят, в школе об этом не говорят. Бабушки у них тоже уже есть такие, которые не помнят такие случаи. То есть мы стараемся привить нашим наши ветераны, которые в нас в районе, привить духовность нашим детям. Ходили, например, с Миколаем. Спасибо Гальченко, народному депутату. Він нам поміг з подаруночками. І наші ветерани зі школьниками ходили посещати одиноких. Многодетную сім'ю посетили. І одиноких людей, у яких нікого нету. Ви не представляєте, як вони були раді.
Как вообще живут такие люди, вот действительно, у которых нет кому помочь и, как говорится, стакан воды принести? Вот, их мысли, их нужды самые главные в чем? И работает ли кто-то с ним? Просто иногда такие люди являются центром для каких-то афер, для каких-то обманов. Да, вполне возможно, если эти люди никому не доверяют. Понимаете? Есть у нас социальные службы, приходят социальные работники. Вот тем людям легче. Те же, которые, вот, например, мы недавно буквально так нашли семью, бабушка, муж умер, и она осталась одна, она никого ни в дом не пускает, ни во двор не пускает. Мы предложили социального работника, переговорили с территориальным центром, с руководством. Почему? Боится? Боится. Я говорю, вы ж не знаете, вы поверьте, мы и привнесли и документы, и все. Может, конечно, пройдет какое-то время, что она, поймет, соседи там разубедят, и все, потому что бабушка уже достаточно взрослая. Как бы это, и за 80. Понятно, они прожили с дедушкой вместе, у них нет никого, и поэтому я понимаю, тем более слушая телевизор, того обдурили, в того хату забрали, в того квартиру отобрали, того еще что-нибудь. Поэтому их можно понять в какой-то степени. Мы вот говорили о ветеранах Второй мировой сегодня в программе. Они тоже есть в вашем списке ветеранов. Есть. Сколько их сейчас в Долгецевском районе? Я так понимаю, что очень, к сожалению, многих мы теряем с каждым годом все больше. Не то, что с каждым годом, а с каждым днем. Сейчас на данный момент 29 человек. На сколько примерно тысяч район? Если ветеранов у нас около 25 тысяч. Ветеранов, то участников боевых действий 29. Из них, не все они ходят. То есть, это люди уже 100% за 90? За 90. Это все за 90. Вот последний у нас будет 90. 25 вот октября мы пойдем поздравлять, мы пойдем все это самое. Он у нас участвует во всех мероприятиях. И сегодня, если вы видели это самое праздник, то Черевко... Алексей Семенович Кривошей, Валентин Григорьевич, одному 92-му 93, вот вы видели, они пришли сами, потому что мы предложили машину, они говорят, мы еще сами придем. Вот. Поэтому мы теряем их, естественно. И они, конечно, такие и поделятся, и расскажут. Но активные люди. Что должно государство изменить в стране, вообще что должно поменяться? Вот самые важные вещи. Наверное, о финансовых моментах мы упустим, но все-таки какие-то социальные моменты. Какие вам хотелось бы изменить в стране и в городе для того, чтобы решить проблемы этих людей? Почему говорю? Потому что у нас же в таких организациях часто не принято говорить о проблемах. В результате они и появляются. Я хочу сказать, что то, что маленькие пенсии, это однозначно. И если у человека он не будет думать о насущном хлебе завтра, вполне возможно, что у него будет больше других забот. То есть он сможет пойти в театр. Ведь наши пенсионеры, я хочу сказать, они не ходят ни в театр, ни в цирк, ни в кино, никуда. Финансовая, вот в этой проблеме, финансовая составляющая. Вот. Львиная доля занимает. Конечно, конечно. Сколько стоит билет? Он не в состоянии его купить при наличии пенсии, даже грубо 1500. Он не в состоянии купить этого билета. Дешевый там 100 гривен пускай билет. Извините, вы же понимаете, если заплатить за коммуналку около 1000, что ему остается, на театр уже никак не останется. А они платят в первую очередь. Да, к сожалению. Поэтому еще Совет ветеранов занимается такой благотворительностью, то есть благодаря театру. Он предлагает нам организовать там человек 20, повести пенсионеров, ветеранов в театр. Ну что ж, мы желаем крепкого здоровья вам, вашим людям, которые вместе с вами в организации состоят. Ну и, конечно же, всем пожилым людям нашего города, всем, кто уже перешел отметку 80-90. И, как мы узнали сегодня, в Кривом Роге живут 13 человек, которые перешли отметку 100 лет. Мы сегодня говорили о празднике, который посвящен Дню пожилых людей, Дню ветеранов, празднике, который проходил в Долгинцевском районе. Сегодня председатель
председатель Совета ветеранов этого района Анна Александровна Олейник была у нас в студии. Это и было нашей новостью дня. Берегите себя, впереди выходные. Я желаю, чтобы вы провели их ярко и эффектно. Оставайтесь с нашим каналом. Встретимся в понедельник ровно в 17:20. Будьте здоровы. До свидания.